наш полноценный день в Зальцбурге начинается, и мы приехали куда-то в центр, после Мировых палаток, зайти сюда, вот в церковь, посмотреть, что это такое, потому что смотрим все, что у нас на пути попадается. Да, конечно, не сравнится с чешскими костелами. Все так скромненько. Ну, в таком, знаете, я заметила в австрийском стиле. Ну, а мы идем дальше. Оказывается, вот это Мировель Палас. Вот, кстати, туда идем. Это один из знаменитых дворцовых комплексов. Здесь есть сады, которые славятся практически на весь мир. Так что будем сегодня там гулять, путешествовать и перебегать дорогу в неположенном месте. Вошли мы сюда во дворик, там где-то свадьба, я смотрю, сегодня суббота. В общем, смотрим, изучаемся. Видите, какие статуи, ну такие все красивые, конечно, красивые. Много людей. Мировель, да. А тут выходим, и такой фонтан с конем. Очень красиво, кстати, смотрится. Ну и там начинаются сады Мирабель. Вот, вид на крепость там вдалеке. В общем, сейчас будем гулять. Видите, как все красивенько здесь выстрижено. Ну, это, знаете, сейчас я так переведу. Эти сады, они, ну и вообще там дворец внесен под охрану ЮНЕСКО. И, в принципе, тут и будет так очень красиво. Ну что, посмотрим. Но вид вот на крепость вообще обалденно. Вон она сзади нас. Туда мы тоже пойдем. Сначала сюда решили первым делом. А так дальше туда. Смотрите, на что мы попали. А, Ленди, единороги. Мама любит единорогов. Пони, единорогов. Красиво. Вид красивый открывается. Смотрите. Горы. Нет, не гора, а крепость. У вас здесь как облака такие вообще. Красиво. А вот это свадьба. Свадьба в таких костюмах традиционных. Вы такие проходили, такие 10 евро, 10 евро. Ага. Сейчас. Сегодня суббота, воскресенье, очень много туристов. Ну, знаете, ожидалось больше. Где-то должны быть еще статуи с гномами. Ну, сейчас где-то пойдем посмотрим. Я на фотографиях видела. Ну, а так, конечно, вот, вот все и выглядит. Вот это вот самое красивое. Вид на крепость. Вот эти вот костелы, которые мы вчера вечером ходили, гуляли. Вот это вот самое красивое. Ну, выстрижено все красиво кругом. Вот так вот. Вот сзади как раз и вид на палац Мирабель. Кстати, происхождение названия происходит от двух итальянских слов «мира» и «бель» – «дивовижний» та «прекрасный». Чудесный, дивовижний, в общем, и прекрасный.
Ну, в общем, меня поняли, надеюсь. И он в 1600 году начал строиться. В общем, итальянская здесь архитектура. И что еще могу сказать? Ну, такое, знаете, мы ожидали большего от него. Как-то вот ехали, шли вообще. Ну, а так, конечно, вид красивый, сейчас покажу вам. Видите, все-таки красиво. Красиво здесь конь, фонтан, вот это вот все львы. Так интересно смотрится, так необычно. Ну, идем дальше смотреть, потому что мы зашли в парк, с гномами. Вот, сейчас пройдемся немножко, посмотрим, погуляем. Вот, собачками здесь гуляют. Ну, такое, знаете, ну, это начало нашего дня, но все-таки наша основная цель — это вот та вот крепость, которая находится вдалеке. Так что туда будем держать путь. Полянка гномиков. Каждый разный, я смотрю. В чем прикол, не знаю. Смотрите. Ну, конечно, интересно так походить, посмотреть. Это находится все в центре города. Вот тут вот, наверное, гном стоял, убрали. В общем, вот такие они все разные. Будем держать путь дальше. Гномики, гномики. Надо было мне, наверное, с другой стороны идти, чтобы это все захватить. Ну, уже растут. Пойду и все покажу. Сейчас будем спускаться туда вниз, и все-таки там красота, я смотрю, открывается на сады, вот это вот все. Да, конечно, людей сегодня аншлаг. Ну, то, что свадьбы, то свадьбы, ну, а то, что толпы туристов, красота. Нет, здесь, конечно, уже поинтереснее, покрасивее все дело обстоит, но людей... Тут вот роз, очень много высажено, галерея роз. Красота, конечно, красиво, но нужно приезжать сюда летом. Да, лучше, конечно, сюда летом приезжать, когда здесь все цветет, пахнет, и все очень и очень красиво. О, кстати, та самая свадьба, костюмы. Видите, да? Сейчас пойду дальше, пройдусь, покажу вам статуи, фонтан и толпу-толпу туристов. То, что я люблю, как говорится. Ну, а что поделаешь, город большой, огромный, много людей, плюс такой интересный, красивый. Все усажено здесь виноградом, стены такие. В общем, пойду к фонтану. Вот я иду по центру этого сада прекрасного, чудесного. И, конечно, красивый впереди вид на вот эту крепость, с которой открывается вид на город на уровне 360 градусов. Так что туда обязательно поднимемся, посмотрим. Видите, свадьбы здесь сейчас, статуи красивые. С детками гуляет в колясочках. Просто. Ой, фонтанчик. Здесь фотографы, выставляют модели. Красиво. Видите, как нам повезло сегодня. Попали на свадьбу. Ну и фонтан. Ну, красиво. Все-таки стоит побывать. Смотрите.
И красивые здесь еще статуи, правда, против солнца, и цветы. Ну, мама любит цветы. Ой, какие красивые, только смотрите. Розовые, красивые. Люблю цветы. Сколько много красивых статуй. Мы туда сейчас поближе подойду. И вот тут вот сидит на дворе. Как интересно все. Красиво. Вот как раз захватывается полностью дворец, фонтан. И такая красивая картинка. Здесь еще вот такая вот статуя. И цветы. Цветы уже осенние. Видите, какие красивые. Осенние цветы. Да, отсюда, конечно, картинка поинтереснее. Сначала как-то немножко подразочаровала, а сейчас вот хожу гуляю, и мне даже очень и очень нравится. Мне очень нравятся статуи, плюс сейчас солнышко вышло. Вообще нам с погодой очень повезло. Мы смотрели по прогнозу, когда доехали, что будет ожидаться дождь. Но сегодня даже солнце и дождик только начнется завтра. И то, как видите, цифры, прогнозы меняются. Так что вот такая вот сегодня хорошая погода, солнечный день. Такой красивый замок Мирабель. Мне очень нравится это название Мира и Бель. Удивительный и прекрасный Мира и Бель. Да, продолжение этого сада. Видите, еще скульптур много. Тут очень много концертов проходит, всяких симфонических, всяких-всяких разных. Вот. Такой вот небольшой культурный центр. Видите, вот такие вот скульптурки. Такие дамочки в штанишках. Это кто? Женщина, мужчина, неважно. Это женщина с собакой. Ну, в принципе, вот так вот. И вот такая вот стена из таких скульптур продолжается. Ну, а там вот такой вот дворец Мирабель плюс фонтан. Фонтан. Два таких мужичка. Это вход, видите, призывают войти и насладиться чем-то в этом саду. Ну, в общем, так. Гляньте, какие цветочки красивые. Прелесть, красота. Вау. Полненькие, интересные. Красивые. Видите, в таких вазах.